Да. Привет. Привет. Сегодня мы делаем суши. Что нам для этого надо? Нам надо... Во-первых, да. Нам нужны листья для суши. Да, филе вути и рыба. Это... И рыба. Вот мы взяли вот такую рыбу. Да. А в целом это лосось, но и вы можете взять что-то другое. Морковки. А вот. И мы взяли сельдерей. И это надо нам. Мы взяли вот такой вот красивый красный перец. И это нам надо. Вот это нам надо. И мы взяли вот такую красивую морковку, мы все это порезали, и у нас получилась вот такая вот прекрасная тарелка. Морковка, красный перец. Мама, и сельдерей. Это половина воды на. Да. А кроме того, когда мы будем... Нам нужен рис для суши. Рис для суши – это более липкий рис, чем то, что мы варим для обычной еды. И вот мы его сейчас сварили, я его покажу в следующем действии. Вот. И кроме того, нам нужна вода, в которую мы наливаем уксуса. Почему? Для того, чтобы наш рис не очень сильно прилипал к рукам. Вот здесь. А он не прилипает. Прилипает, а ты руки мочишь? Надо руки мочить в этой воде для того, чтобы рис не очень прилипал к рукам. Вот, значит, это вода с уксуса. А вот, значит, мы нарезали рыбу, и вот наша нарезанная рыба кусочками. Как я уже сказала, вы можете использовать другую рыбу. Иногда используют лосося. Иногда используют тунца. Да, ты будешь делать. Иногда используют крабные палочки. Вот. То есть в целом то, что вы будете делать, зависит от вас. И мы используем вот такие вот листья для суши. Если мы возьмем листья для суши, то обратите внимание, одна сторона у них более блестящая, чем другая. Вот так, наверное, лучше видно. Блестящая сторона, мы ее кладем вниз. Сюда мы будем складывать рис для того, чтобы та сторона, которая снаружи, была очень красивая. Макоку, потом до, потом до. Окей. Первая часть – подготовка к тому, чтобы делать суши. Да, нам еще вот надо васаби. А я не папа-папи. Окей, первая часть закончена. А я буду папа-папи. Встретимся через 5 минут, когда мы начнем делать суши. Пока-пока.